В Уфе продолжается борьба со стихийными рынками. Сумма штрафов за незаконную уличную торговлю в городе с начала года составила 2,5 миллиона рублей. Было выписано более 2800 протоколов об административном правонарушении, сообщили в столичной мэрии. На сегодняшний день за несанкционированную торговлю для граждан предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей. Городские власти обратились к парламентариям региона с просьбой увеличить размер штрафных санкций для граждан. И верхний порог планируют повысить с 1500 до 4000. Рублей. Минимальный же размер административного наказания остается неизменным. Администрация города совместно с Государственным комитетом по торговле и защите прав потребителей вышла с инициативой в Государственное собрание Курултай Республики Башкортостан в части повышения штрафных санкций за организацию несанкционированной торговли. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Но если парламентарии примут поправки, размер штрафов для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических от 50 до 80 тысяч. Добавлю, что на сегодняшний день для реализации продукции, выращенной на дачных участках, для уфимцев определены 19 площадок во всех районах города. Они рассчитаны на 490 мест, которые бесплатно предоставляются для торговли.